сегодня в новостях. NVIDIA GeForce GTX 1660, плеер FIO и гибкий смартфон Xiaomi. Всем привет, я Макс, и перейдем к IT-новостям за 24 января. Показали новую видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Данную видеокарту показали в Китае на закрытом мероприятии. На фотографии отчетливо видно название видеокарты, а на днях сообщали предполагаемые характеристики видеокарты. Процессор 12-нанометровый TU116, 6 ГБ оперативной памяти GDDR6, 192-битная шина и 1536 ядер CUDA. Видеокарта должна поступить в продажу 15 февраля по стоимости около $280. В России скоро поступит в продажу Hi-Fi Player FIO M6. Устройство имеет компактный размер и вес 83 грамма. Аккумулятор на 1200 мА, дисплей 3,2 дюйма, разрешением 800 на 420. Имеется поддержка кодека aptX HD, Bluetooth и USB Type-C для передачи данных и использования как USB ЦАП. Аудиочип имеет встроенный усилитель и преобразователь. Стоимость данного плеера в Китае сегодня около 12 тысяч рублей. В России сообщили о предпродажах, но о стоимости пока что не сообщили. Скорее всего, это будет в районе 15 тысяч рублей. Президент компании Xiaomi показал гибкий смартфон на видео. В китайской соцсети Weibo был опубликован ролик, где президент Xiaomi демонстрирует рабочий прототип гибкого смартфона при дневном освещении. Качество видео, конечно же, невысокое, но на видео отчетливо видно, что смартфон работает на прошивке MIUI и может складываться. Также Лин Бин, президент Xiaomi, сообщил, что название еще не было выбрано для данного смартфона. Ну и ему лично понравились два названия. Это Xiaomi Dual Flex и Xiaomi Mix Flex. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Если понравились новости, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также не забывайте, можете оставлять свои комментарии внизу в комментариях под данным видео. И я постараюсь на них ответить к следующим новостям. Удачи всем и пока!